Че бегаешь? Ты вода. Я ж затерся, ты что? Молодой человек, подождите. Молодой человек. Мужчина. Мальчик. Ты что, не слышишь, что ли? Мужчина. Куда идешь? Куда идешь? Куда идешь? Куда ты? Куда идешь? Передай привет. Мне не надо твой перчатки. Слово началось. Всем привет, друзья мои. Сегодня 25 октября, четверг. И с вами говорящая голова. Привет! Ну так вот, что я вам хочу сказать, друзья мои. Наступили времена, когда становится на улице очень холодно, подкатывает депрессия. И ведь самое время вспомнить теплые времена, теплые места, хорошее впечатление. Поэтому... делюсь с вами самым сокровенным. Снова в Черногории. Приятного просмотра, ребят. О, расскажи, как ты себя чувствуешь на Адриатическом море? Вот такие дела, ребята. Подписывайтесь на канал. Расскажи нашим подписчикам, где мы находимся. Давай, говори. Вон. Мы находимся в старом баре в Черногории. А это, судя по всему, ядра от пушек. А вот части от пушек. И калибр почему-то не соответствует. Ушатун, как всегда, уже занял дело. Скоро... Крепость будет выглядеть иначе. Мальчик, что ты делаешь? Мяу? Какой мяу? Кошка. Ты видел кошку, что ли? Разрушенная временем крепость Хай-Нихай, что в переводе означает «бойся, не бойся». А почему она так называется, сейчас вам расскажет наш эксперт Ольга. Может, с этой стороны к горе не подобраться. Здесь бояться не надо. А вот с той стороны, покажите, пожалуйста, есть тропинка. Что может прийти беда. Поэтому с одной стороны бойся, с другой стороны не бойся. Вот такая вот маленькая экскурсия. Сентября 2017 года. Буквально вчера
Был просто пасмурный день, сегодня целый день лил дождь, сейчас он закончился, мы вышли погулять, как видите, оделись по-теплому. Хоть и не холодно, но от дождя мы одели курточки. Наш товарищ купается, вот он купается, ему пофиг. Народу никого, вот рыбак есть. Одна женщина весь только купается. И то по-быстрому. Желающих много нету. Вода на самом деле вроде и не холодная. Но как-то сильно рисковать не хочется. Кстати, вот сейчас спросим. Девушка, почему вы не купаетесь? Потому что нас уже плюс 18, а вода плюс 23. Так вода ж теплее. А потом холодно выходить будет. Хитрая какая, а? Летом тут были огромные пожары, вся эта гора, вся территория горела, все в саже, все деревья черные, трава выжжена, кругом обгарки, поваленные деревья, в общем, прям как в страшной сказке, но при этом красиво на самом деле и хорошо. Практически последний день. Как вы себя чувствуете? Отлично. Отлично. Смотрите. Вот, буквально под конец отпуска мы нашли вот это вот замечательное место. Нет, все. Тебя ждем. Сейчас смотри, что будет. Раз, я и гранатовое дерево. Ребята, гранатовое дерево. Тут их знаете сколько? Тут их много. 29 число сентября 17 года. Мы пришли прощаться к морю. Погода с утра была, холодный ветер. И очень сильный ветер, что не свойственно для этого местности за все это время пребывания. Народу нет. Мы пришли на наш пляж последний, который мы обнаружили в туннеле. И здесь все равно хорошо. Будем прощаться с морем. Тимка, будешь прощаться с морем? Тим, скажи. С нами, кстати, вот такой дружок есть. О, вот он с нами прибежал. Это наш соседский песик. Мы не знаем, как его зовут. Но это, в принципе, все равно. Он услышал слово «котлеты». У нас есть котлетки, которые мы собираемся им отдать. Скажи, с нами, кстати, вот такой дружок есть. О, вот он с нами прибежал. Это наш соседский песик. Мы не знаем, как его зовут. Но это, в принципе, все равно. Он услышал слово «котлеты». У нас есть котлетки, которые мы собираемся им отдать.
Вот так вот, ребята, появился у нас новый друг, а мы уезжаем. Ну как такое, а? А он нас полюбил буквально с первых слов про котлеты. Сейчас придем, дадим тебе котлет. Раз ты наш друг. Ай, хорошо тебе, да? Не жизнь, малина, около моря живешь. Ай-яй-яй-яй, люди за это деньги платят. Летят несколько часов. А ты тут живешь.